Изъясни нам притчу о плевелах на поле. Сеющий доброе семя есть сын человеческий. Поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг посеявший их есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит.